Привет, с вами Эмиль Карлсон, июнь 2024 года, город Розенхайм, сегодня воскресенье, многие магазины закрыты, да почти все закрыто, кроме Донара. И вот я сейчас сделаю видеоролик. Значит, это здание называется Культур Конгресс Центрум. Сейчас покажу обзор. Там такие дома. Кстати, красивый дом мне понравился. Я имею в виду за центром. Просто смотрите, наслаждайтесь видом и комментирую. Кому нравится город Розенхайм, Бавария, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Я тоже живу в Баварии. Буду рад, если напишите комментарии, и будем переписываться. Вот, кстати, голуби здесь совсем никого не боятся, гуляют. Я прямо рядом тогда проходил, спокойно. Ну что, кто поставил лайк, тот молодец. С вами был Эмиль Карлсон. Чус.